1 мая, в преддверии великого нашего праздника День Победы, мы с семейством направились в парк Самбек, что под Таганрогом. В прошлом году из-за ковида мы здесь несколько раз приезжали, один раз вечером, очень красиво, кстати, вот здесь вот вечером подсветочка. Но внутрь именно, в сторону военных композиций, так и не прошли, было закрыто из-за карантина. А сейчас уже люди гуляют, и мы сейчас к ним присоединимся тоже на нашей прогулке. Если сравнивать наше видео прошлого года и этого, как раз вот приблизительно в это же время мы приезжали, правильно? Конец апреля, начало мая, но было гораздо зеленее, потому что в этот раз весна чуть попозже пришла. Самое главное отличие, то, что у меня были эти пряжки зеленые. А, ты тогда покрасился у нас, да? А вот идут смотровые площадки, откуда красивые виды как раз на главное украшение военного парка, на этот монумент, который построен был еще в советские времена, Самбекские высоты. Здесь вот деревянная площадка, на которой вы можете разместиться и отдохнуть. Здесь из вот этой парковой зоны, которая засажена деревьями, есть переход на трассу. Сейчас попробуем по нему пройти. В прошлом году это нам не удалось. Может быть, сегодня его открыли. Народу там очень много, уже музыка играет такая, связанная с Днем Победы. Грустная какая-то такая. Тут, пожалуйста, своеобразная смотровая площадка прямо здесь, на этом переходе современном. Ростовский Мамаев курган, да? Огромная площадь. Мы поставили машину рядом с парком, поэтому нам идти придется далеко. А тут, пожалуйста, открылась парковка. Нужно поворачивать в сторону Мариуполя и сразу заворачивать здесь на одной из парковок. Бассейны выполнены в виде каскада, и поэтому называется рекой жизни. Вода из одного бассейна попадает в другой бассейн, и это как бы символизирует течение жизни. Ух, сюда бы еще рыбок запустили. Хотя она уже не будет такой прозрачной. Это грандиозное, конечно, сооружение, площадь здесь построена. А вот после реки жизни проходим сад Победы. Деревья, которые были установлены в прошлом году перед открытием, и, наверное, когда-то должны вырасти в настоящую аллею. Здесь по Самбекским высотам проходил знаменитый МИУС, фронт обороны, поэтому в композиции представлены друг напротив друга оружие советское и оружие немецкое. Малышня побежала в окоп. Да залезь, да посмотри. Это пулеметное гнездо, сыночка. Немцы вот так вот всегда вот с такими бетонными их делали. Поэтому их всегда сложно было впихнуть в занимаемых рубежей. Немецкие танки здесь подбиты. Он без гусеницы. Наша советская техника, техника Победы. Для детей радость, конечно, здесь нарыли этих окопов, брустверов. Nothing can ever change.
амбразура. Ниша для боеприпасов. Опа, боеприпас сидит. Интересного окопа? А это вот боевая точка. Что ты там испугалась? Осы. Вот так небольшое путешествие по советским окопам мы прошли. До этого дети полазили по фашистским. Центром всей композиции является вот этот монумент бойцу, герою, который погиб или который выжил, защищая Сабекские высоты. Дальше идет композиция не вернувшимся журавли, вагоны Второй мировой. Такой маленькой десятитонники везли 8 лошадей или 40 солдат. Мое голодающее Поволжье нашло где перекусить. Здесь располагается кафешка «Вкуснолюб». Вот и обед наш. Как вам «Вкуснолюбов»? Едем дальше? Сок, что ли? Да. Ну, в завершение немножко газировки. Обратно к машине. Несмотря на то, что погода сегодня ветреная, очень тепло, да. Поэтому практически по-летнему первый раз в этом сезоне оделись. И в завершение нашего маршрута еще одни окопы. Уже в парковой части мемориала, где-то уже в 50 метрах от парковки.